сюжеты футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякое сходство с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и это последний выпуск нашей недели «Карьеры за игрока». Перед началом этого видеоролика хотел бы вам сказать спасибо всем большое, огромное за поддержку под роликом «Правдивый пенальти» с Михаилом Меломедом. Совсем скоро, скорее всего завтра, я постараюсь к 4 часам по московскому времени выложить третий выпуск, можно сказать, «Правдивых пенальти» против профессионального футболиста. Так что обязательно посмотрите, мне будет очень приятно. Ну и также у меня возник такой интересный вопрос. Хотели ли вы видеть мои стримы на Твиче? Многие на прошлом стриме предлагали мне переходить на другую платформу, именно стримить на Твич. Я не говорю, что я полностью туда буду уходить со всеми стримами. Может быть, я буду стримить как на Ютубе, так и на Твиче. Ну, просто, как вам такая идея? Давайте так, если вы наберете 50 фолловеров на моем аккаунте на Твиче, ссылочка будет в описании, то мы сразу же запустим с вами тоже какую-нибудь стримовую карьеру на Твиче. Так что буду всех рад, ссылочка есть в описании под этим роликом. Подписывайтесь, кому не трудно и кому это вообще интересно. Ну что же, а мы начинаем сегодняшний видеоролик. Сегодня у нас месяц декабрь и январь. Мы заканчиваем 2025 год. И все у нас вроде. Мы также сегодня вот буквально через 3 матча узнаем, как сложится наша ситуация в группе Лиги Чемпионов, и уже узнаем нашего соперника по 1-8. Сейчас у нас матч против Лили, они идут на третьей строчке, 6 очков лидерства у нас, но тоже интересная команда. Вот такой у них состав. Магнан интересный голкипер на самом деле. Посмотрим, что из этого получится. Поехали. Итак, Лиль против ПСЖ, Метрополь-Арена. Ренато Санчеш, кстати, еще и капитан уже. Представляете, вот два португальца сейчас выводят, Санчеш и Криштиану Роналду. Это просто вообще невероятно. Буквально вчера Санчеш был самым, так сказать, талантливым игроком среди, ну, как молодежи на Евро-2016 и получил эту награду. А здесь вот он уже капитан Лили, и вот мы пропускаем. 5-я минута, 1-0. 17 номер, это Барати Илмаз, забивает ворота ПСЖ. Супер. Так, теперь нам уже и отыгрываться надо. Я даже мяча не потрогал, а уже мы пропускаем. Так, пошла по... Ой, я думаю, сейчас подача здесь будет. Нет. И на Неймара. Какую передачку, это 1-1. Сравнивает Неймар. 20-я минута. Ну, отлично. И на Роналду. Это 2-1. Дубль мой голевыми передачами. Отлично. 68-я минута. Снова мы вырываем, причем победу. Волевая прямо сейчас победа идет. Ну, отыгрались уж точно. Проигрывали же. Поэтому сейчас можно уже и самому постараться забить. И все. Минимальная победа. Дубль мой голевыми передачами нам приносит победу. Для меня это вообще отлично. Голы-то я еще в любом случае забью. Неймар получает оценку 7,5, так же, как у меня, но он игрок матча. Вот. Сейчас мы глянем. В 5 очков мы все так же лидируем. Моя 9-я уже и 8-я была голевая передача за этот сезон. И 64-я в карьере. Мы отыграли, кстати, 250-й матч уже с вами. Продолжу тему. Забить-то я в любом случае успею, а вот голевые раздавать это намного труднее, поэтому в прошлом сезоне, если я не ошибаюсь, мы в сезоне за «Зенит», это был, получается, 3-й сезон, стали лучшими ассистентами в чемпионате России, если я ничего не путаю. Вот. И перейдя в «Ювентус», первый сезон мы адаптировались, а вот второй просто замечательно отыграли в чемпионате, стали лучшими бомбардирами и лучшими ассистентами, поэтому в чемпионате Франции мы сейчас на таких тоже лидирующих позициях идем. Сейчас у нас игра против Ленца, они идут ниже 10-й строчки, мы играем на выезде снова. Посмотрим, что у них за голкипер. 81-й Фаринес какой-то, тоже интересный персонаж, поэтому трудно будет против него играть. Форму я, наверное, все так же и оставлю. Поехали. Итак, Ленц против ПСЖ. Интересная игра. Посмотрим, получится ли у Ленца хлопнуть дверью перед ПСЖ. Все-таки они играют дома сейчас.
ПСЖ прошлую игру против Лиля вообще проигрывал, но все-таки смогли собраться с мыслями, обыграли Лиль на выезде. Но посмотрим, может быть, все-таки Ленс составит какую-нибудь конкуренцию, не такой настрой будет у ПСЖ, к примеру, и Ленс может даже и победить. Хорли Альба видит меня. И забиваю. Отлично, 49-я минута. Просто здесь замечательно сейчас отыграли. Классная передача от Хорди Альбы. Здесь Неймар отыграл. И вот здесь еще и... Ой, это там еще и защитник, кому прям на бедра положили. Посмотрите. Хорди Альба отдает в касание. Мы здесь без офсайда. И вот, я так понимаю... Не, ну это не тот. Вот, отлично. Здесь мы все грамотно сделали, как бы и избавились от опекуна тем, что пробивали. И в момент вот этого пробития мы все-таки уложили на лопатки. И все, минимальная победа ПСЖ над Ленсом на выезде, благодаря моему единственному забитому голу. У меня оценка 7,5 за матч. У нас все так же лидерство в 5 очков. 19-й гол уже за сезон и 109-й гол в карьере. Так, нам приходит сообщение, мы сегодня в старте. Интересная вообще сейчас игра будет против Атлетика. Сейчас нам лишь бы не проиграть Атлетика на выезде, и тогда мы выйдем с первой строчки. Вот такие вот у нас пока что расклады, но мы как-то не уверены. Ой-ой-ой, конечно. Еще и Серджио Рико мы выпускаем. Ну, потому что у них на Бабкин, серьезно, что-то я давно этого не заметил, в Атлетика на Бабкин играет. У них Свиллер 74, у нас Серджио Рико 76. То есть мы даем ротацию сейчас, потому что мы уже точно оба этих клуба в плей-оффе. Но, так, формы здесь могут, кстати, сливаться, поэтому давайте-ка лучше мы переоденемся. Ну, вот. Атлетика Мадрид против ПСЖ. Поехали. Итак, Атлетика Мадрид против ПСЖ, Ванда Метрополитана. Интересный матч на сегодня ожидает. Посмотрим, как у нас получится отыграть в Испании, потому что в Испании у меня плохие воспоминания. В первую очередь это по матчу с Севилья Локомотив. Мы тогда проиграли минимально и вылетели в 1-16 Лиги Европы за Локомотив. Но воспоминания от матча, например, того же Ювентус, ну точнее Барселона Ювентус, я тогда в Барселоне забил хэт-трик. Вот, ворота, естественно, Барселоны. Так что здесь как-то вот так вот у меня пока что работает. Больше вроде против испанских команд я не играл. И мы пропускаем. Нам забивает Килиан Мбаппе. И сейчас, если мы забьем, кстати, ну нам в любом случае надо в ничью катать. Если нас обыгрывает Атлетика, мы все. Первую строчку им отдаем, а я этого не сильно хочу, поэтому нам в любом случае надо сравнивать. И все, нас заменили, вышел вместо меня Икарди на 86-й минуте. Все, заканчивается матч, минимальное поражение. И мы выходим впервые, ну не впервые, мы уже с Зенитом вроде выходили со второй строчки. Мбаппе лучший игрок матча. То есть в этом противостоянии на групповом этапе мы проиграли Атлетика. Вот у нас единственное поражение это от них. Вот, ну и лишние ничьи просто были. Так, нам приходит сообщение, мы сегодня в старте против Страсбурга. Они идут на 8-й строчке. И, ну, кстати, мы можем, да, сейчас прям посмотреть по Лиге Чемпионов, что у нас там происходит. Групповой этап, давайте. Выходит, да, Андерлехт. И, ну, они заслуженно, они все-таки обыграли Атлетика, будем это тоже как-то запоминать. Ну, а Селтик, я так понимаю, обыграли, ну, может, наверное, Андерлехт они, да, обыграли, вот. Поэтому как-то здесь странно, но Андерлехт поздравляем с выходом в Лигу Европы. Мы ищем теперь наших соперников, возможных, по 1-8. Это может быть Порто, это интересный вариант, буду на это надеяться. Барселона, может быть, почему бы и нет. Манчестер Юнайтед может быть, Бавария, Реал, Сити, Аякс. Вот Аякс и Порто я бы хотел, но не знаю, что сейчас будет, внимание. Ох, ПСЖ МЮ, мы играли с МЮ, мы
выбили их в четвертом нашем сезоне за Ювентус. Это был первый мой сезон за Ювентус. Тогда мы в четвертьфинале выбили МЮ. Вот, и в прошлом году Манчестер Юнайтед — это все-таки финалисты Лиги Чемпионов. Тогда я забивал ворота Манчестера, и мы выиграли Лигу Чемпионов со счетом 1-0. Лиль будет играть с Атлетико, Брюгге с Аяксом, Спартак с Порто. Вот Спартаку вообще повезло, они, походу, первую строчку заняли. А, нет, они вторую, да, заняли. Им вообще повезло. Интер — Барселона, Ливерпуль — Бавария, Челси — Реал и Фенербахче — Манчестер Сити. Вот такие вот у нас пары в 1/8. Ну и давайте Лигу Европы быстренько захватим. Валенсия — Ферентина, Бешикташ — Атлетик Бильбао, Спортинг — Фейнорд, Ростов — Ювентус. Ух, Ювентус вылетели. Серьезно? Что-то даже как-то и не глянул на то, что Ювентус в Лигу Европы вылетит сразу после того, как Роналду и я ушел. Все. Рассыпалась команда. Ницца — Армения, Галатасарай — Эспаньол, Зенит против Боруссии Мюнхенгладбах, Йонг Бойз — Динамо Киев, Рома — Арсенал. Вот это интересный, кстати, матч. Марсель — Франкфурт — тоже интересный матч. Милан — ЦСКА — интересный матч. Антверт — Эвертон, Бенфика — Шахтер, ПСВ — Байер — интересно. Вулверхэмптон — Андерлехт, Реал Сосиедад — Наполи — тоже классные здесь матчи, прям будем следить. Ну и сейчас вот у нас игра против Страсбурга. Играем наконец-то дома. Облак у нас на воротах, у них 68-й голкипер, будем стараться бить с любой дистанции. Поехали. Итак, ПСЖ против Страсбурга. Канами стадиум. Наш домашний, так сказать, стадион. Поехали. Интересно, нам соперник попался в 1/8 Лиги Чемпионов. Не знаю, получится или нет выиграть теперь. Потому что, ну как-то, естественно, состав ПСЖ уж точно не тот, который был 2 сезона в Ювентусе. Хотя вот Ювентус тоже 2 сезона подряд выиграли Лигу Чемпионов. Нет бы на третью пойти, хоть и потеря ключевых 2 игроков, но нет. Так, получаем передачу. Пробиваем. Ну-ка, добивать же надо было сейчас бы еще. Криштиану. И Криштиану забивает. Отлично. 44-я минута, 1-0. Роналду забивает. И это 2-0. Отлично. Здесь прям под концовочку отлично мы поджали и сами забили. Супер. Забиваем замечательный гол. Тем более в конце. Все, со счетом 2-0 мы выигрываем Страсбург у себя дома. Уверенная победа. 7,5 у меня оценка. У нас 5 очков лидерства. Ни одного еще пока что поражения. А Марсель, кстати, ни разу в ничью не сыграл. Тут тоже вот интересно. 20-й гол у меня в сезоне, 110-й гол в карьере, супер. Итак, сейчас у меня игра против Амьена. Играем мы на выезде. Правофлангового нападающего мы прокачали с вами. Давайте дальше будем все абсолютно качать сейчас по позициям. Начнем, давайте, вот левого полузащитника тогда. 48 дней, поехали. Ну и выездная игра. Глянем на их голкипера. 72-й рейтинг. Че по формам? Пойдет, поехали. Итак, Амьен против ПСЖ. Выездная наша игра. Мы узнали нашего соперника по Лиге Чемпионов. Это интересно на самом деле. И будем теперь готовиться к ним, но и в чемпионате не будем терять, я надеюсь, лидерство наше, которое более-менее пока что есть. Все, наша потеря очков, проигрываем Амьену со счетом... не проигрываем, а играем в ничью с Амьеном со счетом 0-0. А третья вроде наша ничья уже, ну и голкипер, оценка 7-0, у меня 6,5. Теперь у нас 3 очка лидерства. Сейчас у нас игра против Дихона, вроде так, Дижон. Вот. Голкипер у них 71 рейтинга. По форму все хорошо, поехали. Итак, ПСЖ против Дижона. Нам нужно обязательно выигрывать. Потеря очков больше нам непростительно. Итак, сыграли ничью против Амьена. И пробивать. Отлично. Перед самым перерывом мы забиваем. На индивидуальном мастерстве прошли. Ну и получилось забить. Супер. Минимальная победа. Забили мы в первом тайме, в дополнительное время, так сказать. 1-0 побеждаем благодаря моему забитому мячу.
Оценка 7,5 у меня. 3 очка все так же у нас лидерство. 21 гол в сезоне, 111 в карьере. Итак, Гамшик признан лучшим футболистом Азии. Артур признан лучшим футболистом Южной Америки. Пришло сообщение, мы сегодня в старте. Сейчас у нас игра против Нима, они идут ниже 10 строчки. Мы играем снова на выезде. Голкипер у них 71 рейтинга. Поехали. Итак, Ним против ПСЖ. Удар, и это гол. 5-я минута, и мы сразу же забиваем первым своим ударом, первым, так сказать, владением мяча, первым касанием. Замечательно, голевую на нас вообще отдает центральный защитник. Неплохо. И пробиваем в дальний угол, и это 2-0. Замечательно. Сегодня мы забиваем даже дубль. И все, уверенная победа на выезде со счетом 2-0. Мы забиваем дубль. Оценка у меня 7,5. И все так же у нас лидерство в 3 очка. Забила сегодня 23-й гол в сезоне и 113-й в карьере. Итак, сейчас у нас игра в чемпионате Франции, но это немножечко такая подготовка к Кубку Франции, потому что у нас следующая игра дома против Меца того же, но правда будет уже как в Кубке Франции. Сейчас у нас выездная игра в чемпионате, они идут ниже 10-й строчки, надеюсь получится их обыграть, посмотрим на их вратаря. 64-й, замечательно, по формам вопросов не должно быть. Да, поехали. Мец против ПСЖ, матч чемпионата Франции, поехали. Неймар, удары, это 1-0. Предголевая моя передача сейчас прошла замечательно. Так, неплохо. И пробить бы, и это 2-0. Отлично. Еще и мы забиваем сегодня гол. Супер. 52-я минута. Заканчивается матч. Победа с счетом 2-0. Мой гол, можно сказать, точно приносит нам победу. Для уверенности я забил. Ну и предголевой пас на Неймара все-таки тоже прошел. Неймар 7,5, у него оценка. У меня 7,0. Так, у нас получается уже 6 очков лидерства, потому что Марсель, я вижу, еще одну игру свою проиграли. Вообще замечательно теперь. 24-й гол я забил в сезоне, 114-й в карьере. Итак, сейчас у нас уже игра в Кубке Франции против Меца. Сейчас мы, правда, играем даже дома, это еще лучше. По голкиперу у них, я так понимаю, были или нет изменения, что-то я не запомнил. 71-й у нас, в общем, вратарь. ПСЖ против Меца, поехали. ПСЖ против Меца, Кубок Франции. Со счетом 2-0 в чемпионате прошлая игра у нас завершилась. Забили тогда Неймар и я. Посмотрим, как сегодня мы отыграем в Кубке. Неплохо. Удар, это гол, отлично. 27-я минута, мы забиваем первый мяч в Кубке Франции, если я ничего не ошибаюсь, или я уже забивал, но не суть. И все. Мец сравнивает на 83-й минуте, 1-1. Все, заканчивается у нас основное время, или что? Да, дополнительное сейчас будет, все-таки здесь не два матча, здесь по одному все решают. И все, заканчивается у нас основное дополнительное время. Сейчас у нас серия пенальти, посмотрим, кто будет первым. Первый у нас Роналду, мы на третьем. У нас, кстати, пенальти 96. Ну, третий мы будем пробивать. Мы точно в любом случае пробьем, потому что до третьих уж точно доходят. Ну что же, поехали. Очень напряженный момент. Последний раз мы серию пенальти пробивали в матче «Зенит-Локомотив». И вот Криштиану не забивает свой 11-метровый удар. Итак, Диало подходит пробивать. Удары, и Облак потащил, молодец. Сарабия. Медленный разбег, удары, тащит голкипер Меца. Два удара подряд не забивает ПСЖ. Но сейчас все верят в Облака, надеются на то, что он сейчас отобьет. Я тоже в это верю.
Удар по центру и все. Так что спокойно. Мне сейчас нужно выводить вперед ПСЖ. Так. Я не знаю, может быть. Давайте в правый низ шлепнем. Отлично развели, а вот он 96-й показатель в пенальти. Отлично, мы выводим вперед ПСЖ. Облак тащит третий подряд пенальти. Ну и сейчас Камавинга. Ну делай, делай счет 2-0. И спокойно мы пройдем. Не, да вы просто посмотрите, а. Какие голкиперы. Был бы в Меце я бы тоже, мне кажется, забил бы. Но Облак должен тащить. Нет, не тащит, сравнивает счет Мец. Я думал, сейчас спокойно выйдем. Но сейчас, кстати, думал решающий, но нет. Верати должен забивать, я надеюсь, удар. И не забивает. И сейчас вот как раз решающий. Мы серьезно сейчас можем вылететь по пенальти. Итак, опасный момент. Мец и забивает. Все-таки мы вылетаем из Кубка Франции. Мы забили гол в основное время. Мы забили единственный гол с пенальти. Но... ПСЖ, к сожалению, никто не смог больше забить. Со счетом 2-1 по серии пенальти мы, к сожалению, ребят, вылетаем. У них один удар был в створ, они его реализовали. Все на этом. У меня оценка 7,5 за матч. Но лучшим стал Фафана, 7,0 у него оценка. Это вообще странно. Мы вылетаем, получается, в четвертьфинал. Это я так понимаю. Нет. Это 1/8, так, если правильно все понимаю. Вот. Мы забили 25-й гол в карьере, в сезоне, 115-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас игра в старте против Рена, они идут ниже 10-й строчки. У них Боннет голкипер 72-го рейтинга, постараемся забить. ПСЖ против Рена, поехали. Итак, ПСЖ против Рена, чемпионат Франции. Важная игра, потому что сейчас ПСЖ вылетели из Кубка Франции. Очередной. Мы уже 3 года подряд вылетаем из Кубка страны. В прошлом году так вообще. По голу, забитому на чужом поле, мы вылетели. Здесь по пенальти. И забиваем. Отлично. 36-я минута. Рен пропускает. Это 1-0. Кирини, неплохо. И как мы сейчас под круг это забиваем, а? 2-0 счет. А Рен пропускает. Замечательно. И все. Уверенная победа дома со счетом 2-0. Мы забиваем дубль в ворота Рена. Замечательно. Так, все так же у нас лидерство 6 очков над Марселем. Это мой 27-й гол в сезоне. 117-й в карьере. Итак, сейчас у нас игра против Нанта. Выездная игра. Посмотрим, какой у нас будет... голкипер соперник 68-й, нормально. Надеюсь, получится. Форма не совпадает. Поехали. Итак, Нант против ПСЖ. Выездная игра в чемпионате Франции. Поехали. Отдаем на Ди Марию. И это гол. 9-я минута, мы выходим вперед. Отлично, голевые я давно что-то не отдавал в чемпионате. И вот, это чтобы увеличивать нам... Потому что я смотрю, в голах мы неплохо вроде как забиваем, поэтому вряд ли там у нас есть какие-то конкуренты. Вот ассистентам лучшим тоже нужно становиться, поэтому поддаем пока что на команду. Удар с левой ноги, и мы забиваем. Какой гол! Мы там практически в придирку со штангой забиваем. 2-0, гол плюс голевая за 25 минут. Вообще замечательно. И все. Уверенная победа на выезде с счетом 2-0. Гол плюс голевая. В первые минуты нам приносит победу. Замечательно, у меня оценка 7,5 за матч. Шесть очков все так же лидерство у нас. 28-й гол и 10-я голевая передача в сезоне. 118-й гол и 65-я голевая передача в карьере. Так, сегодня у нас игра против Реймса. Мы в старте, естественно, кто бы сомневался. Посмотрим на голкипера соперника. 67-й рейтинг. Пойдет. И булька на воротах. Вот это все, это жесть сразу. Итак,
ПСЖ против Реймса. Поехали. И мы забиваем. Отлично, это голевая передача еще. На 92-й минуте Драксер забивает. Я даю голевую. Ну, это замечательно. Все, заканчивается матч. Победа благодаря моей голевой передаче на Драксера в концовочке. Замечательно. У меня оценка 7-0. Драксер тоже получает 7-0 оценку. Так, у нас 6 очков все так же лидерство. Моя 11-я голевая передача в сезоне, 66-я в карьере. Приходит сообщение, мы сегодня центральные нападающие. Играем против Анже. Они идут, кстати, на 4-й строчке, высоко забрались. Мы играем на выезде. Бернардони у них на воротах, 82-й рейтинг, между прочим. Не хухры-мухры. Анже против ПСЖ. Поехали. Итак, Анже против ПСЖ. Выездная у нас игра. И это 1-0. 29-я минута. Мы забиваем в ворота. Я даже сейчас уже забыл, кому мы забиваем. Но не суть. Главное, что мы забили. И все, заканчивается у нас матч. Минимальная победа над Анже на выезде. Мы забили им гол. Реализовали свой момент. 7,5 у меня оценка. Заканчивается 24-й тур, и Марсель, извиняюсь, впервые сыграли в ничью, у нас теперь 8 очков лидерства над ними. Итак, 29 голов за сезон, 119-й гол в карьере, замечательно. Ну что ж, друзья, на этом мы и закончим сегодняшний выпуск. Продуктивный он у нас получился. У нас сейчас 8 очков лидерства в чемпионате Франции. Мы играем в 1/8 Лиги Чемпионов против Манчестера Юнайтеда. К сожалению, мы заняли вторую строчку в группе. Ну и давайте посмотрим, как у нас обстоят дела по голам. Рейтинг голов мы сейчас на первой строчке. Кстати, 19 забитых мячей. На 6 мы опережаем Депая. Замечательно. И по голевым передачам мы на второй строчке, на одну голевую нас опережает Тринкао из Марселя. Вот такие вот дела, сейчас вам покажу статы, кому-то это интересно, часто пишут, покажи, вот пожалуйста, быстренько пробегаемся. Вот. Всем большое, друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол, это жизнь, до новых встреч, друзья, всем до свидания.